Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. И сегодня это уже пятое видео, которое я публикую, и поверьте, его стоит посмотреть, потому что я от этого был в шоке, и после того, как я посмотрел видео, которое мне прислал мистер Пушок, я поменял свое мнение по поводу прокрута рулетки на своем основном аккаунте, и, честно говоря, немножко ее покрутил. Короче говоря, крутанул я на своем твинке, и если вы это видео не видели, то обязательно зайдите, посмотрите, ссылочку добавил в описании, но, честно говоря, забегая наперед, там мне ничего вообще не выпало, я просто ушел в минус. Хотя на том аккаунте я ни разу рулетки не крутил. После того, как мне мистер Пушок прислал свое видео, которое мы вместе сейчас посмотрим, я все-таки психанул и покрутил немножко рулетку у себя на основном аккаунте. И получил из этой рулетки не главную награду, но из одного из мистиков получил себе объект 452К, вот эту вот тачку, которая у меня в коллекции уже была, и, соответственно, за нее получил компенсацию 5000 золотом и вышел в плюс на 2 косаря голды, что я лично считаю неплохим результатом, и на этом я прекратил крутить рулетку. Основываясь на том, что у меня 122 коллекционных танка, но при этом у меня есть еще 102 танчика премиумных. И, соответственно, если мне выпадет прем, то компенсация будет серебром. Ну, а если будет коллекционка, то не обязательно, что того уровня, который позволит мне окупиться по полной и, по крайней мере, не уйти в минус. Ну, а что касается открытия мистера Пушка, то, мистер Пушок, спасибо тебе большое за присланное видео. И, несмотря на то, что у мистера Пушка есть свой личный YouTube-канал, он решил поделиться и со мной своим открытием, ну и, соответственно, со всеми вами. Ну что, ребят, давайте будем посмотреть. Всем привет-привет, вы на канале Мистер Пушок, и сегодня мы поиграем в World of Tanks, но мы покрутим рулетки. Я лично для вас копил танки и ждал, пока они станут вот такими вот коллекционными, чтобы я их мог продать за золото и вам показать на видео. Вот так вот у меня выглядит все, что я продавал. И купить я много чего не могу, например, вот это я куплю. Я продал уже супер коня, чтобы покрутить рулетку. И АМХ-130 какой-то там, и он мне вообще не заходит, поэтому я его продал, чтобы вам покрутить рулетку и показать, что выпадает. У меня есть еще 120 МБ, если у меня что-то начнет падать из мистических контейнеров, то я возьму и продам его тоже, да, за 7500, это много. Я не знаю, пишите в комментариях, что лучше, 120 МБ или суперконь. Если вы напишите, что суперконь, то я продам больше комментариев про суперконя, то я возьму и продам 120 МБ и куплю себе суперконя обратно. Если он, конечно, останется. Так, это я не буду крутить, я это крутила, у меня ничего не выпадало, мне не нравится эта рулетка. Давайте мистические контейнеры. Начинаем. Пожалуйста, давайте скипнем. 2. Круто. О, сертификат! Да, и второй уровень, офигеть! Сразу сертификат, сюды! 100 золота еще вернули, офигеть! Давайте крутить. А потом будем брать их, открывать в хранилище. Сертификат, да, сюда. Ух, какой-то я заряженный прям. Ух. Офигеть, это круто было. Что это такое? Что-то не завезу, часть какая-то. Блин, вот 5 или 4 сейчас просто выпадет все. 1. Тут вроде есть за 1 копейку. Я надеюсь, да. Ой, не то. Ба-ба-ба-ба, вот оно. За копейку тут оно нету, жалко. Вау, 4. Голды больше нету. Продаю. Все, я заряжен на победу. Ой, 7500. Блин, 14. Ребята, я на 22 тысячи ухожу в минус. Капец, это только ради вас. Подпишитесь, поставьте лайк, пожалуйста. 5. Еще один. Главная награда. Прям я просто. Это офигенно.
Ребята, у меня почти все контейнеры. Я покрутил почти всю рулетку еще два раза, и все, я всю рулетку. 22 конта. Офигеть. Дней прямо офигенно. И 100 голды там было. Давайте по-медленному теперь, потому что скипать я не люблю. Так, уже 2 сертификата. Давай третий, все. И еще давайте четвертый, все. И разойдемся, давай. Блин, давай. Давай, не трогаю ничего. Ну давай 1500, все. Нет, даже голды. Посыпьте немного голды. У меня еще есть, поэтому... Так, я на секунду выйду. Хочу глянуть, у меня... О, я третий уровень, получается, получу. Нет, второй уровень получу. О, что? Давайте, я не смотрю сейчас вообще. Прикрыл глаза. За одно серебро? А чё? Кого? Давайте скипать, короче. Ничего не выпало, жаль. Но два сертификата, давайте. Раз, два, давайте. Давайте Бадгера или, короче, такие. Давайте Клинка, короче. Друзья, я думаю, вы понимаете, почему я принял решение крутануть пару раз рулетку, потому что с учетом результата мистера Пушка, в частности, получение клинка за место 121B, что очень круто, и уж тем более обмен АМХом, который я не считаю прям самым крутым танчиком, на объектом 452К, то в целом довольно неплохо у него все вышло. Ну а вы, друзья, пишите обязательно свое мнение в комментариях, я обязательно почитаю и по возможности отвечу на большинство из них. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.